Очередную нелегальную партию сушеного трепанга не позволили вывести в Китай уссурийские таможенники. Более 10 килограммов деликатеса спрятали под одеждой двое граждан Китая, следующие рейсом и автобусом из Приморья. Во время контроля пассажиров в пункте пропуска Краскина один из иностранцев заметно занервничал. Задав ему несколько вопросов, таможенники обратили внимание, что мужчина проявил еще большее беспокойство. В то же время еще один из пассажиров, наблюдавший за действиями инспекторов в отношении своего соотечественника, резко запаниковал. Личный досмотр в отношении обоих мужчин показал, что у каждого из туристов под одеждой спрятаны от таможенного контроля товары. Нарушители примотали скотчем вокруг пояса и ног пакеты с сушеным трепангом, а также поместили часть товара в кроссовки вместо стелек для обуви. Всего изъято более 10 килограммов деликатеса. Один из нарушителей сознался, что перевозил популярный в Китае деликатес за вознаграждение. При этом оба мужчины знали, что данный вид товара ограничен к перемещению, поэтому намеренно спрятали его от таможенников. Трепанг отправлен на экспертизу. В отношении иностранцев уссурийская таможня возбудила дела об административных правонарушениях за сокрытие товаров от таможенного контроля. Нарушителям грозит штраф до трехкратного размера стоимости товаров с конфискацией.